80-летняя жительница Краснооктябрьского района впустила в свою квартиру неизвестных, которые представились работниками газовой службы. Они внушили пенсионерке, что необходимо установить важный прибор. Женщина заплатила за оборудование и за их работу 15 тысяч рублей. Однако получила квитанцию с суммой в разы меньше. Преступники успели скрыться, а потерпевшая обратилась в полицию. Мошенников сейчас разыскивают. В Котельниковском районе полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве. Молодые люди 20 и 22 лет требовали деньги у студентов училища, угрожая нанесением телесных повреждений. Испугавшись угроз, они отдали злоумышленникам в общей сложности 36 тысяч рублей. О преступлении потерпевшие сообщили полицейским. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. В больницу Городищенского района с ножевым ранением доставили 45-летнюю женщину. Пока медики оказывали ей помощь, полицейские установили и задержали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался ее приятель. Как выяснилось, поводом для совершения преступления послужил их конфликт на фоне распития алкоголя. Подозреваемый задержан. Ему грозит уголовное наказание на срок до 10 лет.